мықты Қазақстан. Назар аударыңыздар. Қазақстан Республикасының мемлекеттік туын алаңға республикалық ұланның туыстаушылар тобы алып шығады. Ұландықтардың жауынгерлік жаттығы, ұлан әскери қызметшілерінің өз халқын және ел президентін қорғауға, қойылған міндеттерді абыроймен орындауға кез келген сәтте дайын екенін көрсетеді. Туыстаушыларды бастап келе жатқан Туыстаушылар тобының командирі аға лейтенант Хасен Омарханов. Туыстаушы сержант Асанханұлы Әділхан. Оның ассистенттері кадет корпусының түлектері ағайындылар Александр және Евгений Бекбосыновтар. Қазақстан Республикасының ұлттық және мемлекеттік мерекелері күндері ант қабылдау кезінде әскери рәсімдерді өткізу уақытында мемлекеттік туды ұстап шығу әрбір отан қорғаушы үшін үлкен құрмет және тек үздік әскери қызметшілерге тапсырылады. Азаматтық пен патриотизмді, өз отанына деген сүйіспеншілік сезімін тәрбиелеу, мемлекеттік рәміздерді құрметтерді қалыптастыру, сондай-ақ олардың мәні мен маңыздылығын түсіндіру мақсатында оларды кеңінен зерделеу барлық әскери ұжымдарда өткізіледі. Внос государственного флага производится в дни национального и государственных праздников Республики Казахстан при принятии присяги. Во время воинских церемоний и ритуалов всегда было почетно для каждого защитника Отечества и поручается только лучшим военнослужащим. В целях воспитания гражданственности и патриотизма, любви к своей родине, формирования уважения к государственным символам, а также понимания их сущности и значения, их изучение проводится во всех воинских коллективах. Елбасы, қарулы күштердің жоғарғы бас қолбасшысы Нұрсұлтан Назарбаев, қорғаныс министр Әділбек Жақсыбековпен бірге жауынгерлік парад өткізілетін аймаққа таяп келіп, Отар 40-шы әскери базасының үстінен ұшып өтуде. Қолбасшы мырза, отан қорғаушы күніне арналған жауынгерлік парад дайын. Штабтың бастығы генерал-полковник Жасұзақов. Жоғарғы бас қолбасшы қорғаныс министрімен және бас штаб бастығымен бірге негізгі мінбеге қарай беттеп келеді. Қазақстан армиясының жауынгерлік қуатын білдіретін бірнеше дүркін салют берілуде. Верховный главнокомандующий в сопровождении министра обороны и начальника генерального штаба идут к главной трибуне. Даются салютные залпы, которые символизируют боевую мощь казахстанской армии. Әскер түрлерімен тектерінен, өңірлік қолбасшылықтарда, құрылымдық бөлімшелерде, әскери оқу орындарынан, сондай-ақ ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің, ішкі істер министрлігі ішкі әскерлерінің, төтенше жағдайлар министрлігінің бөлімшелерінен
парадтық армиялық есеп топтар салтанатты шерумен жүріп өтуге әзірлікте. Роталық лектер сызығының бойында сымдай тартылып сап түзеп тұр. Парадные армейские расчеты от видов и родов войск, региональных командований, структурных подразделений, военно-учебных заведений, а также подразделений пограничной службы Комитета национальной безопасности, внутренних войск Министерства внутренних дел, Министерства по чрезвычайным ситуациям и Республиканской гвардии выстроены в линию ротных колонн в готовности к торжественному прохождению. Қазақстан Республикасының президенті, елбасы, қарулы күштердің жоғарғы бас қолбасшысы Нұрсұлтан Назарбаев. Құрат! Түзел! Тік тұр! Ортаға сап түзе! Жоғарғы бас қолбасшы Мырза! Әскерлер! Отан қорғаушылар түйіне арналған жауынгерлік парадқа дайын. Парад қолбасшысы генерал-лейтенант Майке. Армысыздар, сарбаздар. Еркін тұр. Құрметті отандастар, офицерлер мен сарбаздар, бүгін шебі бүтін, шекарасы берік, қасиетті қазақ жерін қорғайтын қарулы күштеріміз құрылған күні. Биылдан бастап біз 7 мамырды мемлекеттік мереке ретінде атап өтетін боламыз. Мен барша қазақстандықтарды, сарбаздарымызды отан қорғаушылар күнімен шын жүректен құттықтаймын. Бұл батыр бабалардың даңқты жолы мен отанға адал қызметі дәстүрінің тоғыстыратын мейрам. Аталарымыз ақбілектің күшімен, ақ найзаның ұшымен осы ұланғайыр жерді қорғап бізге мұраға қалдырды. Соның арқасында бүгінгі тәуелсіз мемлекет құрып, оны өркендетіп келеміз. Қазақстанның қаһарманұлы Бауыржан Момышұлы өз елін мақтаныш етпеу сатқындықпен тең деген. Бұл дүниеде біздің бір ғана отанымыз бар, ол тәуелсіз Қазақстан. Қасиетті отанымызға қалтқысыз қызмет ету және оны қорғау әрбір азаматтың қасиетті борышы болып табылады. Осынау перзенттік парызымызды адал атқаруға бәріміз тиістіміз, әсіресе сіздер әскери адамдар. Сонда ғана біз арманымызға жетіп, мәңгілік ел бола аламыз. Уважаемые казахстанцы, наши славные защитники Отечества, ежегодно на полевых условиях армия проводит более 250 мероприятий по оперативной боевой подготовке. Боевой парад является вершиной всех этих подготовленных мероприятий. Это практическая демонстрация профессиональной выучки, слаженности, возможности боевых расчетов казахстанской армии. Сегодня армейские подразделения покажут перед нами свое мастерство, применение современного оружия, которым оснащены сухопутные войска, силы воздушной обороны. В боевом параде будут участвовать 7 тысяч военнослужащих, 80 самолетов и вертолетов. Это одно из крупнейших наших учений. Одновременно в акватории Каспийского моря корабли казахстанских военно-морских сил проведут боевые стрельбы. В этот день, 7 мая, офицеры и солдаты на деле докажут, что они настоящие патриоты, профессионалы своего боевого дела, девиз которых звучит мощно и мужественно: «Сильная армия, сильный Казахстан». Уважаемые казахстанцы, защитники Отечества,
Казахстан гордится своей армией, делает все, чтобы укреплять ее. Вооруженные силы оснащаются современной техникой и будет продолжаться оснащение. В систему управления активно внедряются новые технологии, автоматизированные системы управления. Повышается интенсивность качества подготовки наших войск. Государство заботится о защитниках Отечества. В прошлом году принят новый закон о воинской службе, статусе военнослужащих. В воинских гарнизонах строятся спортивные комплексы, жилые дома и общежития. Идет планомерное благоустройство военных городков. Казахстанские военнослужащие получают сегодня достойное денежное довольствие. Говорят, что армейская дисциплина тяжела, но это тяжесть щита, а не ярма. Армия – это надежный щит нашего суверенного государства. И держать его не только священный долг и большая честь. Ваша служба – гарантия нашей независимости, нашей страны, спокойствия, уверенности каждого казахстанской семьи. Я еще раз поздравляю военнослужащих, ветеранов всех казахстанцев Днем защитника Отечества государственным праздником. Желаю здоровья, успехов в службе, в труде и боевой подготовке. Пусть день 7 мая всегда будет подтверждением силы, уверенности нашего государства. Айбынымыз ардайым асқақ, байрағымыз қашанда биік болсын, тәуелсіздігіміз тұғырлы, елдігіміз ғұмырлы болсын, Қазақстан жасасын! Әскерлерінің бас қолбасшысы, танк және айбын ордендерінің егері генерал-лейтенант Мұрат Майкеев басшылық етеді. Командует парадом главнокомандующий сухопутными войсками генерал-лейтенант Мұрат Майкеев, кавалер орденов танк и айбын. Парадта Кеңес одағының батыры, халық қаһарманы, армия генералы Сағадат Нұрмағанбетов атындағы
Жас Улан республикалық мектебінің барабаншылар ротасы бастайды. Сағадат Нұрмағамбетовтың өмірі мен ерен еңбегі жас отан қорғаушылар үшін үлгі өнеге болып табылады. Жас Улан республикалық мектебінің тәрбиеленушілері тәуелсіз Қазақстан армиясының болашағы. Мектеп заманауи оқу материалдық базасымен қамтамасыз етіліп, онда әскерде қызмет атқарған, әдістемелік біліктіліктері жетілдірілген оқытушылар сабақ береді. Барабаншылар қатарында Қазақстанның әр өңірінің өкілдері 9-10 сынып ұландары сап түзеп келеді. Парадтық есеп топты Жас Улан республикалық мектебінің бастығы полковник Марат Потин бастап келеді. Идет колонна офицеров Центрального аппарата Министерства обороны, которую возглавляет генерал-майор Алимжан Ерниязов. Сегодня участники парада проходят строем в боевой экипировке, в которой они занимаются боевой подготовкой с полной амуницией и снаряжением. Комплектность зависит от решаемых боевых задач. Современная экипировка отличается удобством в ношении и практичностью, как в боевых условиях, так и в повседневной жизни. Салтанатты шерумен сап түзеген құрлық әскерлері бас штабының офицерлер құрамы. Құрлық әскерлері негізінен еліміздің барлық өңірлерінде 24 әскери гарнизонда орналасқан. Және оның құрамын мотоатқыштар, танк, десантты шабуылдаушы құрамалары мен бөлімдер, теңіз жаяу әскерлері мен артиллерия қамтиды. Сапты бастап келе жатқан құрлық әскерлері бас қолбасшысының орынбасары полковник Мұрат Нұғыманов. В параде принимают участие подразделения регионального командования Юг, офицеры и сержанты которого экипированы современной боевой амуницией и снаряжением. Кевларовый шлем, очки, разгрузки под боеприпасы, модернизированным автоматом Калашникова с коллиматорным оптическим прицелом, радиостанции нового поколения казахстанского производства. Возглавляет строй командующий войсками регионального командования Юг генерал-майор Талгат Койбатов. Қарулы күштердің 20 жылдығы құрметіне орай өткізілген жауынгерлік сайыстардың қорытындылары бойынша жеңімпаз атанған Шығыс өңірлік қолбасшылығының парадтық есеп тобы жақындап келеді. Әскери қызметшілер жоғары жауынгерлік біліктілік пен әскери кәсіби шеберлігін көрсете білді. Шерулік топты Шығыс өңірлік қолбасшылық әскерлерінің қолбасшысы генерал-майор Василий Рыспаев бастап келеді. Перед нами колонна войск регионального командования «Запад». Сегодня воины этого объединения с честью выполняют задачи по обеспечению территориальной целостности и государственного суверенитета Республики Казахстан в важнейшем стратегическом регионе нашей страны. Во главе парадного расчета генерал-майор Амир Халиков, командующий войсками регионального командования «Запад». Шеруді гвардиялық теңіз жаяу әскерлері бригадасының ротасы жалғастыра. Бұл бригада Каспий маңы аймағының қауіпсіздігін қамтамасыз ету жөніндегі маңызды міндеттерді орындайды. Теңіз жаяу әскерлерінің бөлімшелері дене шынықтыру дайындықтары мықты, кәсіби арнай дайындықтары жетілген, ұтқырлық шеберліктері шыңдалған әскерлер. Олар тұтқиылдан туындаған қатерлерге жылдам тойтарыс беретін қабілеттерімен ерекшеленеді. Шерулік топта бригада командирі гвардия подполковнигі Мереке Көшекбаев бастап келеді. Перед нами парадный строй войск регионального командования «Астана». На прошедшем в апреле двустороннем учении «Шопар» военнослужащие регионального командования «Астана» показали высокое боевое мастерство и полевую выучку. В региональном командовании «Астана» расположен один из крупнейших учебных центров по подготовке мобилизационного резерва. Возглавляет строй командующий войсками генерал-майор Муслим Алтынбаев. Мінде алдына аэроұтқыр әскерлерінің жауынгерлік бөлімшелері жақындап келеді. Бүгінгі күні аэроұтқыр әскерлері
жауынгерлік дайындығы мықты және жан-жақты техникалық қамтылған әскер тектерінің бірі. Арнайы әуе десанттық дайындықпен үйлестірілген ұтқыр қимылдау әдістері аэроұтқыр әскерлерінің бөлімшелерін әуеден жедел түсіріп, қарсыласқа бастырмалата ұрыс жүргізуді іске асыруға мүмкіндік береді. Сымдай тартылған айбынды десантшылар шеруін аэроұтқыр әскерлерінің қолбасшысы генерал-майор Дәулет Оспанов бастап келеді. Продолжает прохождение подразделения специального назначения аэромобильных войск. Спецназ вооружен новейшими образцами оружия, экипирован к выполнению любых боевых задач, в том числе в горной местности и населенных пунктах, зимой и летом, днем и ночью, в любых условиях обстановки. Оперативность, слаженность и молниеносность – отличительная черта любого спецназа. Аэроұтқыр әскерлерін, құрлық әскерлерінің басқа бір бөлігі, зымыран әскерлері мен артиллерия сауыстыры. Артиллерияға қарсыластың техникалары мен тірікштерін атыс арқылы жою бойынша маңызды тапсырмалар жүктелі. Шапшаң әрекет ету, соққылардың дәлдігі, атыстардың жыл мезгілдеріне, ауа райына және басқа да табиғи жағдайларға қарамастан, толастамауы, ракета әскерлері және артиллерияның бетке ұстар бағыты. Зымыран әскерлері мен артиллериясының колоннасын полковник Генерал Қали Шалабаев басқарып келеді. Перед центральной трибуной проходит колонна сил воздушной обороны. Силы воздушной обороны включают в свой состав военно-воздушные силы и войска противовоздушной обороны. Это войска постоянной боевой готовности, несущие боевое дежурство. Парадный расчет возглавляет командующий войсками противовоздушной обороны полковник Нуржан Муканов. Салтанатты шеруді әскери теңіз күштерінің парадтық есеп тобы жалғастыра. Әскери теңізшілер қойылған тапсырмаларды мұқият орындап, еліміздің теңіз шекараларын күзетуде қырағы қызмет атқарып келеді. Парад шеруін әскери теңіз күштерінің бас қолбасшысы контр-адмирал Жандарбек Жанзақов бастап келеді. Перед нами в боевой и специальной амуниции проходят подразделения сил специальных операций, оснащенные современными штурмовыми винтовками с подствольным гранатометом и крупнокалиберными снайперскими комплексами. Их боевое оружие отличается высокой точностью стрельбы и подходит для проведения спецопераций в любой местности. Оно широко используется силовыми структурами во многих странах мира. Офицеры и военнослужащие по контракту этих подразделений имеют специальную физическую подготовку, обладают способностью к выживанию в критических условиях, умеют противостоять более многочисленному противнику. Парадный строй отряда специального назначения возглавляет подполковник Дидар Аушатов. Қазіргі заманғы қарулы қақтығыстарда арнайы операцияларды орындау кезінде уақытылы және нақты шешім қабылдау жетістігі негізінен саны жағынан аз, бірақ жинақы және шапшаң қимылдайтын бөлімшелердің іс-әрекеттеріне тікелей байланысты. Арнайы операциялар күштері күндіз-түні кез келген жағдайда қарсыласты орасан шығынға ұшырата отырып, олардың алдын ала құрған агрессиялық жоспарларын талқандауға қабілетті. Перед нами рота курсантов Военного института сухопутных войск. С момента образования вооруженных сил Казахстана институт стал готовить офицеров для артиллерийских, десантно-штурмовых и горно-стрелковых подразделений. Институт оснащен самой современной учебно-материальной базой, что позволяет проводить качественное обучение. Ведет строй начальник Военного института сухопутных войск генерал-майор Николай Куатов. Парадты радиоэлектроника және байланыс әскери инженерлік институтының курсанттары жалғастыруда. Бұл тек Қазақстандағын емес, Орталық Азия аумағында әуе шабуылына қарсы қорғаныс әскерлерінің байланыс пен автоматтандырылған басқару жүйелерінің білікті мамандарын даярлайтын жалғыз жоғары әскери оқу орны болып табылады. Парадтық есеп топты институт бастығы Қайрат Садықов басқарып келеді. В боевом параде участвует боевое подразделение военной полиции, предназначенное для выполнения специальных задач в интересах вооруженных сил. Впервые в парадном расчете принимают участие кинологи со служебными собаками, которые используются в инженерно-саперных, поисково-спасательных, разыскных, охранных и других подразделениях. В
Возглавляет расчет начальник главного управления военной полиции вооруженных сил, полковник юстиции Тимур Дандыбаев. Салтанатты шерумен ұлттық қауіпсіздік комитеті шекара қызметінің парадтық есеп тобы сап түзеп келеді. Ұлттық қауіпсіздік комитетінің шекара қызметінің жауынгерлік өнерін шекара қызмет академиясының жеке құрамы көрсетуде. Тәуелсіздік жылдарында бұл әскери оқу орнында 6000-нан астам кәсіби шекарашы офицерлер дайындалды. Парадтық сапты басқарушы академия бастығы полковник Дәурен Бекжанов. Парад продолжают военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел. Внутренние войска круглосуточно выполняют задачи по охране общественного порядка, охране важных государственных объектов и исправительных учреждений. Возглавляет парадный строй командир Алматинской бригады внутренних войск генерал-майор Алибек Сиралиев. Қазақстан Республикасы төтенше жағдайлар министрлігінің бөлімшесі өтіп барады. Парадтық сапта азаматтық қорғаныс полкының әскери қызметшілері, төтенше жағдайлар министрлігінің қызметшілері, табиғи және техногендік сипаттағы күрделі және төтенше жағдайлар кезінде әрқашан көмекке келуге әзір. Парадтық сапты полк командирі полковник Қанат Өмірқұлов басқарып келеді. Прохождение парадных расчетов традиционно завершает подразделение Республиканской гвардии. Это формирование непосредственно подчинено президенту и относится к силам обеспечения национальной безопасности. К основным задачам относятся охрана важных государственных объектов, обеспечение безопасности охраняемых лиц, выполнение церемониальных ритуалов, охрана эталонов государственного флага и государственного герба. Возглавляет парадный строй командир бригады полковник Бисимбай Алданов. Барлық әскери рәсімдер мен әскери парадтардың бірден бір мызғымас бөлшегі әскери құрама оркестр барлық жауынгерлік парадқа қатысушыларға жалынды сәлем жолдайды. Барабандардың рухты үні қай кездерде болмасын жауынгерлердің жігерлерін жанып ерлік істерге жетелеген, әскерлердің жауынгерлік рухын оятқан. Керней үні дабылды, шабуыл немесе маневр жасау белгісін білдіреді. В небе вертолеты армейской авиации сил воздушной обороны. С флагом Республики Казахстан летит вертолет Ми-17 под управлением военного летчика первого класса, подполковника Бауржана Сагындыкова, командира вертолетной эскадрильи. Его эскадрилья была признана лучшей в военно-воздушных силах в 2012 году. Пролетают вертолеты с флагами вооруженных сил и видов войск, сухопутные войска, силы воздушной обороны, военно-морские силы. Ми-17 – это универсальная машина авиации армии Казахстана с высокими летно-техническими характеристиками. Данные вертолеты способны выполнять боевые задачи в условиях высокогорья, высоких и низких температур и предназначены для десантирования войск с вооружением, а также для поражения объектов противника. Жауынгерлік парадтың бірінші кезеңін әскери құрама оркестрінің салтанатты шері аяқтайды. Сейчас командующий боевым парадом выдвигается к центру для доклада о готовности к проведению боевых действий.
Господин Верховный Главнокомандующий, войска заняли исходное положение. Танковые, мотострелковые подразделения, батальон морской пехоты, роты специальных операций на огневом рубеже. Справа, слева стартовые огневые позиции ракетного, реактивного, ствольного дивизионов. Ракеты на пусковых установках. Боеприпасы выложены на грунт. Фронтовая, армейская, военно-транспортная авиация на передовых аэродромах и площадках подскока. Спецназ, десантники готовы к высадке парашютным посадочным способом. 7000 личного состава солдат, сержантов, офицеров, 400 боевых машин, 86 самолетов, вертолетов, готовые к выполнению боевой задачи. Приступаю к боевой работе. Жауынгерлігі стимылды бастар алдында кернейші дабыл белгісін береді. Бірдей мезгілде қызыл жалаушалар көтеріліп, және аспанға белгі беру ракеталар атылар. Ол әскерлердің негізгі кезеңге кірісуге әзірлігін білдіреді. Перед началом боевых действий гарнист подает звуковой сигнал, одновременно поднимаются красные флаги и запускаются сигнальные ракеты. Это означает готовность войск приступить к активной фазе. Сухопутные войска готовы обрушить на противника всю огневую мощь имеющимися силами и средствами. Начинают боевые действия, состоящие на вооружении ракетных войск и артиллерии, высокоточные ракетные комплексы «Точка-У». Эти комплексы являются грозным оружием для любого агрессора. Ракетный дивизион под командованием майора Булата Сарсенбаева, выпускника военного института сухопутных войск 2002 года, наносит групповой удар по условному противнику. «Точка-У» способна поражать важные одиночные групповые цели в глубине боевых порядков противника до 120 километров. Одна ракета гарантированно поражает объект противника площадью 7 гектаров. Ракета комплекса «Точка-У» — это высокоточное средство поражения, которое представляет собой управляемую на всем протяжении полета одноступенчатую твердотопливную баллистическую ракету. Система управления ракетой автономная, инерциальная с бортовым цифровым вычислительным комплексом. Вы наблюдаете последовательные пуски ракет из зенитно-ракетного комплекса С-125 «Печора». Эти комплексы стоят на вооружении войск противовоздушной обороны, прикрывая важнейшие административные, промышленные и военные объекты нашей страны. Зенитно-ракетные комплексы С-125 предназначены для поражения высокоскоростных, низковысотных и малоразмерных воздушных целей на различных высотах, а также для уничтожения морских и наземных целей противника, оборонительных укреплений и большого скопления живой силы. Боевая часть ракеты осколочно-фугасная и состоит из 6500 осколков, обладает эффективным поражающим действием. С-125 могут осуществлять скрытый маневр при постоянном перемещении с позиции на позицию и вести стрельбу из новых положений. Управление полетом ракеты и наведение на цель осуществляется по радиокомандам. Зенитно-ракетный комплекс С-125 «Печора» может вести борьбу с воздушными целями как совместно с другими зенитными средствами в составе системы ПВО, по данным поступающим с вышестоящего командного пункта, так и автономно. С-125 по своей надежности является одним из лучших образцов систем ПВО. Сейчас вы видите, как цели условного противника поражают ракетные системы залпового огня широкого спектра. Огневое поражение противника проводит артиллерия регионального командования «Юг». Артиллерийская подготовка атаки обычно начинается внезапным, мощным огневым ударом. Артиллерия ведет огонь по подразделениям первого эшелона условного противника. Ракетные системы залпового огня предназначены для поражения живой силы, боевой техники, инженерных сооружений и других целей на больших площадях с высокой точностью. Вы имеете возможность наблюдать, как реактивные дивизионы поражают условные цели.
Высокая честь представлять артиллерийские подразделения на боевом параде выпала военнослужащим Атарской и Сарыөзекской артиллерийских бригад. Продолжают демонстрацию боевых возможностей артиллерийские орудия. Огонь ведут подразделения ствольной артиллерии из современных артиллерийских орудий М-100Б, калибр снарядов которых 152 мм, и орудий Д-30. Орудия могут вести огонь по наблюдаемым и скрытым объектам прямой и непрямой наводкой. Они могут использоваться в условиях горной местности. Сочетание разнокалиберных, легких и тяжелых артиллерийских систем позволяет эффективно поражать живую силу и укрепление противника. Ведя огонь прямой наводкой, боевые артиллерийские расчеты показывают высокую кучность стрельбы. Условные цели поражаются точно. На подлете многоцелевые транспортно-боевые вертолеты армейской авиации Ми-24, которые готовы оказать огневую поддержку сухопутным войскам. Вертолетами выполняются пуски противотанковыми управляемыми ракетами «Штурм-М». Ракеты способны поражать и уничтожать бронированную технику противника как на открытой местности, так и в укрытиях на дальностях от 1 до 5 километров. Ми-24 имеет на вооружении управляемые и неуправляемые ракеты, а также стрелково-пушечное вооружение. Основными объектами его огневого поражения является бронированная техника и живая сила противника. Второе звено вертолетов Ми-24 выполняет атаку с маневра неуправляемыми авиационными ракетами. Наряду с непосредственной поддержкой наземных войск и борьбы с танками противника, транспортно-боевой вертолет Ми-24 используется для высадки тактических десантов в зоне прорыва и при захвате плацдармов, для борьбы с вертолетами противника, а также для транспортировки груза и для эвакуации раненых. Вертолеты Ми-24, принимающие участие в боевом параде, прошли модернизацию и способны летать в ночное время с применением приборов ночного видения. Вертолет обладает высокими летными характеристиками и имеет мощное ракетно-пушечное вооружение, усовершенствованное прицельное и навигационное оборудование. После массированного артиллерийского огня и ударов армейской авиации в бой готовы вступить танковые и мотострелковые подразделения, составляющие основу сухопутных войск. Сухопутные войска в современных условиях могут вести как линейные, так и нелинейные боевые действия. Имея в своем составе мотострелковые танковые подразделения, при поддержке артиллерии и вертолетов армейской авиации, подразделения сухопутных войск способны прорывать оборону и осуществлять разгром противника. На поле условного боя танки и боевые машины пехоты подразделений горно-стрелковой бригады. Действиями подчиненных руководит командир бригады подполковник Куаныш Штаев. На вооружении бригады находятся основные типы вооружений: танк Т-72Б и боевые машины пехоты БМП-2. Танк 72Б – основной вид вооружения танковых подразделений. Это современный танк, который по своим характеристикам является одним из лучших в мире. Танк прошел модернизацию на предприятии «Семей Инжиниринг». Усовершенствован комплекс управления вооружением, что повысило его боевую эффективность в 1,5 раза. Боевые экипажи танков ведут сосредоточенный огонь сходу. Огонь сходу – основной способ ведения огня из танков во время наступления и отражения контратак. Огневые задачи выполняются без снижения скорости движения танка. При этом способы стрельбы наиболее полно используются боевые качества танка, что оказывает сильное моральное воздействие на противника. Сосредоточенный огонь применяется для уничтожения или подавления крупных, а также особо важных целей. Высокая профессиональная подготовка по вождению боевых машин является составной частью полевой выучки военнослужащих. На смену вертолетам Ми-24 пришли военно-транспортные вертолеты Ми-8, которые продолжают поддерживать действия мотострелковых и танковых подразделений, выполняя пуски неуправляемыми авиационными ракетами. Вертолет Ми-8 является одним из самых надежных вертолетов в мире, применяемый для решения различных видов задач, поддержки подразделений сухопутных войск, десантирования различными способами, транспортировки боевой техники, поисково-спасательных работ. Повышенные летно-технические характеристики данных вертолетов позволяют вести боевые действия днем и ночью в любых погодных условиях.
Надежность вертолета Ми-8 обусловлена тем, что при отказе одного из двигателей в полете другой двигатель автоматически выходит на повышенную мощность и позволяет осуществлять дальнейший горизонтальный полет и выполнение посадки с одним двигателем. Следует сказать, что за последние годы парк армейской авиации военно-воздушных сил пополнился более чем 20 современными новыми вертолетами различных типов и модификаций. Вы являетесь свидетелями того, как, обладая современными видами вертолетов и высокой воздушной подготовкой, летчики армейской авиации готовы к выполнению сложных боевых задач, в том числе во взаимодействии с различными подразделениями сухопутных войск. После массированного огневого налета армейской авиации артиллерийские дивизионы ствольной артиллерии по радиозапросу продолжают поддержку войск. Аэромобильные войска, морская пехота и подразделения специального назначения при поддержке вертолетов армейской авиации могут проводить специальные операции. На линию огня выдвигается батальон морской пехоты на бронетранспортерах БТР-82А, поступивших на вооружение казахстанской армии в 2011-2012 годах. На БТРе установлены скорострельная автоматическая пушка калибра 30 мм и спаренный пулемет калибра 7,62 мм, оснащенный системой стабилизации в двух плоскостях. Это позволяет вести стрельбу с большей точностью и эффективностью. Бригада морской пехоты предназначена для участия в морских операциях и использования в качестве ударной силы в других видах боевых действий, в задачи которых входит захват береговой линии, портовой инфраструктуры, островов и полуостровов, кораблей и судов, морских баз противника с воздуха и воды. Необходимо обратить внимание, как на поле из заранее подготовленных укрытий для подготовки к последующему нанесению огневого удара выходит батарея противотанковых ракетных комплексов «Штурм-С». Бок о бок с морскими пехотинцами действуют группы специального назначения аэромобильных войск на боевых машинах «Кобра» и «Хаммер». Подразделения спецназа обеспечены современной экипировкой и вооружением, прицелами ночного видения, радиоэлектронными приборами разведки. Стремительные действия подразделений сил специальных операций поддерживаются огневыми средствами поражения вертолетов Ми-24, неуправляемыми авиационными ракетами. В целях готовности к противодействию зачастую превосходящим силам противника, морские пехотинцы в мирное время проводят интенсивную боевую и специальную подготовку. Сейчас вашему вниманию будут представлены боевые действия сил противовоздушной обороны сухопутных войск, которые будут вести сосредоточенный огонь по условным воздушным целям противника. Вы наблюдаете, как в небе появились ярко светящиеся цели, запущенные артиллерийскими орудиями МСТА-Б. После появления на горизонте условного воздушного противника к работе приступают зенитно-ракетные и зенитно-артиллерийские комплексы, стоящие на вооружении ПВО сухопутных войск. Стрелки-зенитчики в короткий срок правильно оценили воздушную обстановку и провели пуски зенитных ракет из переносных зенитно-ракетных комплексов «Игла». Этот зенитно-ракетный комплекс предназначен для поражения низколетящих воздушных целей на встречных и догоняющих курсах в условиях воздействия ложных тепловых помех. Воздушные цели условного противника поражены благодаря слаженной работе воинов-зенитчиков, которые быстро оценили обстановку и правильно выбрали момент пуска ракет. «Штурм-С» — это самоходный противотанковый ракетный комплекс, имеющий на вооружении управляемые ракеты «Штурм» и тандемные универсальные ракеты «Атака», снабжаемые фугасной или кумулятивной боевой частью. Для этого типа ракет нет бронеобъектов, которые она не смогла бы пробить. Технические характеристики противотанкового ракетного комплекса «Штурм-С» позволяют эффективно использовать комплекс в различных природно-климатических условиях, в том числе в горной местности, в пустыне и бездорожье. Видно, как батареи противотанковых управляемых ракет «Штурм-С» успешно поражают условные цели противника.
Боевые машины поддержки танков БМПТ «Терминатор» поступили на вооружение сухопутных войск Казахстана в 2011 году. Это один из лучших образцов боевой техники в своем классе. Боевая машина БМПТ предназначена для эффективного подавления техники и живой силы противника. Мощность ее вооружения сокрушительна. Пушки и 4 пусковые установки для противотанковых ракет, пулемет и автоматические гранатометы. Управление комплексом вооружения дублировано. Командир обладает возможностью вести эффективный огонь из всего комплекса вооружения одновременно по 4 целям. «Терминатор» за минуту может выстреливать 930-миллиметровых снарядов, 630-миллиметровых гранат и 2000 пуль. Боезапаса достаточно для того, чтобы выжечь все живое на площади в 3 квадратных километра. Гранатометы с навесной траекторией полета. Гранаты обеспечивают уничтожение целей в окопах в зоне до 1 километра. Стрельбу начинают имеющиеся на вооружении нашей армии тяжелые огнеметные системы «Солнцепек». Они могут покрыть огнем значительные участки местности. Боевая машина представляет собой реактивную систему залпового огня на танковом шасси для стрельбы неуправляемыми реактивными снарядами и обеспечивает уничтожение живой силы противника на открытой местности, в фортификационных сооружениях. При дальности до 6 километров одним залпом реактивными снарядами поражается площадь не менее 40 тысяч квадратных метров. Точность стрельбы обеспечивается автоматизированной системой управления огнем в любое время суток. Тяжелая огнеметная система «Солнцепек» гарантированно поражает любые цели реактивными снарядами с боевыми частями термобарического действия. Следует группа из 7 самолетов Су-27 в боевом порядке «Клин» для нанесения авиационного удара. Удар будет наноситься фугасными авиационными бомбами калибров 250 и 500 килограмм. Данные типы авиационных боеприпасов предназначены для поражения легкобронированной техники и живой силы противника на большой площади. Бомба метания осуществляется с горизонтального полета. Экипажи ВВС способны уничтожать практически любые воздушные цели на максимальном удалении. Сейчас в небе видны 2 звена штурмовиков Су-25 в сопровождении фронтовых истребителей МиГ-29, которые в ходе авиационного удара штурмовиками прикрывают их от возможных атак противника. Су-25 – бронированный дозвуковой штурмовик, предназначенный для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели, а также уничтожения объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях. Первое звено, распустившись попарно, производит пуски неуправляемых авиационных ракет с пикирования. При заходе на атаку с пикирования повышается точность попадания по цели. Ракеты способны поражать и уничтожать живую силу и бронированную технику противника как на открытой местности, так и в укрытиях на дальности до 8 километров. Чтобы добиться эффективного авиационного огневого поражения, необходима прежде всего грамотная организация взаимодействия между сухопутными подразделениями и авиацией, грамотное планирование огневых задач. Этого можно достичь за счет качественной связи, правильной тактики, безошибочных действий командиров, авианаводчиков и корректировщиков огня. Штурмовик, используя малые высоты и применяя различные средства поражения, способен наносить внезапные, решительные и мощные удары с воздуха по самым разнообразным целям и объектам. В небе 2 звена сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков МиГ-27 с крылом изменяемой стреловидности. Прикрытие ударной группы от возможных атак противника осуществляет пара истребителей МиГ-29. МиГ-29 – это один из лучших реактивных истребителей 4-го поколения и предназначен для завоевывания господства в воздухе, уничтожения воздушных и наземных целей днем и ночью в любых погодных условиях. Авиационные удары завершают 4 истребителя-бомбардировщика МиГ-27 с применением 24 фугасных авиационных бомб калибра 250 килограммов.
Далее в небе вы видите, как в сопровождении двух истребителей МиГ-29 военно-транспортный самолет Си-295 выполняет десантирование подразделения специального назначения аэромобильных войск парашютным способом. Самолетом Си-295 управляет казахстанский экипаж во главе с полковником Рустемом Тиомагамбетовым. Си-295 – это современный турбовинтовой транспортный самолет производства Airbus Military. Самолет способен транспортировать почти 10 тонн груза или 70 солдат. Часовой расход топлива на самолете Си-295 в два раза меньше, чем на самолетах аналогичного класса. Самолет имеет большую перегоночную дальность полета – более 5500 километров. С вертолета ЕС-145 «Еврокоптер» группа специального назначения Главного разведывательного управления осуществляет десантирование штурмовым способом. Это один из самых сложных видов десантирования и требует от спецназа специальной физической и психологической подготовки. ЕС-145 – это современный многоцелевой вертолет, собранный на предприятии «Еврокоптер Казахстан Инжиниринг». Это один из лучших вертолетов в своем классе, который поступил на вооружение казахстанских военно-воздушных сил сравнительно недавно. Казахстанские летчики успешно освоили новый тип вертолетов. Первыми летчиками, прошедшими переподготовку на вертолеты ЕС-145, является летчик-снайпер полковник Талгат Сыздыков и военный летчик второго класса майор Сергей Миримбаев, которые сегодня управляют боевыми винтокрылыми машинами. На тактическом поле проводится дальнейшее наращивание сил. Вторая группа подразделения специального назначения военной разведки прибывает на место десантирования на вертолетах Ми-17. Десантирование будет выполняться методом спуска личного состава группы по фалу. Данный способ применяется при невозможности произвести посадку на площадку, а также для высадки десанта на здания и сооружения. Этот вид десантирования требует отличной физической подготовки воинов, слаженности подразделений и согласованности между экипажем вертолета и бойцами спецназа. В это время бойцы из первой группы ведут огонь по противнику с гранатомета и стрелкового оружия, обеспечивая безопасность высадки второй группы. Высокая профессиональная подготовка, боевая экипированность, четкий порядок взаимодействия позволяют сегодня бойцам специального назначения демонстрировать уверенные и эффективные действия по выполнению поставленной боевой задачи. В небе появляется тяжелый военно-транспортный вертолет Ми-26. Ми-26 предназначен для перевозки до 100 человек личного состава или 20 тонн груза, десантирования людей и техники. Вертолет может одновременно заправлять до 10 единиц военной техники. По своим транспортным возможностям Ми-26 не имеет аналогов и до сих пор является самым большим вертолетом в мире. Вы наблюдаете, как на обозначенном месте из вертолета Ми-26 производится высадка тактического воздушного десанта аэромобильных войск посадочным способом. Для успешного, быстрого и безопасного десантирования необходимо четкое взаимодействие десанта и летного экипажа. Воздушно-десантная подготовка – это неотъемлемый элемент совершенствования навыков личного состава аэромобильных войск и подразделений специального назначения, который предусматривает комплекс мероприятий по обучению личного состава десантированию в тыл противника для выполнения боевых задач, а также поддержанию в боевой готовности личного состава вооружения и военной техники. В то время как десантники, высадившиеся парашютным способом, выдвигаются в назначенный район, военно-транспортный самолет Си-295 в сопровождении четырех истребителей Су-27 успешно осуществил посадку на грунтовую взлетно-посадочную полосу. В небе пилотажная группа «Сунхар» в боевом порядке «Пирамида». Самолетами пилотируют летчики-инструкторы Балхашского учебного авиационного центра по подготовке летного состава. Группа выполняет боевой разворот вправо. В составе группы командиры экипажей, военные летчики первого и второго классов, имеющие налет более 1000 часов. На этих летчиках-инструкторах лежит большой груз ответственности по подготовке летных кадров для военно-воздушных сил.
В учебном авиационном центре создана необходимая учебно-материальная база, располагающая учебными тренажерами и самолетами Л-39, что позволяет обеспечить прохождение качественной летной подготовки молодыми летчиками и курсантами Военного института сил воздушной обороны. На данном типе самолетов также проводится обучение техники пилотирования в простых и сложных метеорологических условиях днем и ночью. Самолет позволяет выполнять фигуры простого, сложного и элементы высшего пилотажа, а также маршрутные полеты с применением радиотехнических средств. Самолеты выполняют разгон скорости и производят роспуск группы. Итак, демонстрируются элементы ближнего воздушного боя на боевых истребителях. Пара самолетов МиГ-29 действует против пары Су-27. При завязке воздушного боя основной задачей истребителей является занятие выгодного положения для выполнения атаки и уничтожения цели. В скоротечном воздушном бою летчики применяют нашлемную систему целеуказания, которая облегчает поиск и захват цели. Современные авиационные средства поражения и радиолокационные прицельные комплексы требуют от летчика максимальной сосредоточенности, профессионализма и умения принимать грамотные решения в ограниченное время для успешного выполнения боевой задачи. МиГ-29 – это один из лучших реактивных истребителей 4-го поколения. Он способен вести высокоманевренный воздушный бой. Самолет предназначен для завоевывания господства в воздухе, уничтожения воздушных и наземных целей днем и ночью в любых погодных условиях. Су-27 – многоцелевой, высокоманевренный, всепогодный истребитель 4-го поколения, также предназначенный для завоевывания превосходства в воздухе. Самолеты имеют на вооружение тактические ракеты класса «воздух-воздух» для среднего и ближнего маневренного воздушного боя, а также пушечное вооружение. На сегодняшний день самолеты МиГ-29 и Су-27 по своим тактико-техническим данным и аэродинамическим характеристикам являются одним из лучших. Эти истребители несут боевое дежурство по охране воздушных рубежей в различных регионах нашей страны. Самолеты истребителей Су-27 и МиГ-29 являются гордостью фронтовой авиации военно-воздушных сил Казахстана. Для того, чтобы летчик мог уверенно чувствовать себя в небе и успешно выполнить поставленную боевую задачу, особое место отведено наземным инженерно-техническим службам. Инженеры, связисты, наземные пункты управления своим ежедневным кропотливым трудом обеспечивают условия для осуществления безопасных полетов авиации. В небе пилотажная группа ЖТСУ Талдыкурганской авиационной базы в боевом порядке ромб. Ведущий группы – военный летчик-снайпер, заместитель главнокомандующего сил воздушной обороны, генерал-майор авиации Нурлан Орманбетов. Пилоты демонстрируют свое профессиональное мастерство, представляя вашему вниманию фигуры сложного группового пилотажа. Будут выполнены такие фигуры, как косая петля, известная петля Нестерова, боевой разворот, а также фигура, впервые выполненная казахстанскими летчиками и названная «Хан-Шатыр». Уникальность группы состоит в том, что это одна из пилотажных команд, выполняющая групповой высший пилотаж на самолетах класса «Тяжелый истребитель». Следует понимать, что истребители не являются специально подготовленными самолетами, а состоят на вооружении сил воздушной обороны. Все фигуры, так или иначе, берут свое начало в воздушных боях. Пилотаж принято различать по степени сложности на простой, сложный и высший, по количеству участвующих летательных аппаратов, на одиночный и групповой. Су-27 по праву считается одним из лучших в мире самолетов 4-го поколения. Маневренностью этого самолета восхищаются и специалисты, и неискушенные зрители. Су-27 – это истребитель тяжелого класса. Необходимо отметить, что это не специально подготовленные пилотажные самолеты, а боевые самолеты и строевые летчики. При выполнении группового пилотажа необходима слаженность действий, слетанность, точный расчет и взаимодоверие. Это под силу только настоящим асам неба. Дистанция между самолетами минимальная и составляет не более 10 метров, интервал не более 5 метров. Самолеты типа Су-27 более сложны в групповом пилотировании из-за больших размеров, массы и инертности. Каждый самолет весит по 26 тонн, таким образом общая масса формации составляет более 100 тонн. Пилотирование в группе требует высокого профессионализма и выдержки, четкого и грамотного руководства командиром группы, от действия которого зависит успех и безопасность полета. Сомкнутый боевой порядок обеспечивает надежную огневую поддержку и управление самолетами.
Самолеты Су-27, представленные на боевом параде, прошли глубокую модернизацию и способны применять высокоточное оружие. Если по первичному предназначению самолет создавался как истребитель для поражения воздушных целей, то теперь возможности самолетов расширены, и они могут высокоточным оружием работать по наземным целям. После выполнения петли Нестерова вашему вниманию будет показана фигура высшего пилотажа «Хан Шатыр». Производя роспуск на нисходящей траектории, грозные боевые машины как бы прикрывают своими распростертыми крыльями родные просторы Казахстана. Салютуя, летчики военно-воздушных сил приветствуют участников боевого парада, поздравляют верховного главнокомандующего и все вооруженные силы с Днем Защитника Отечества. А теперь прямое включение с акватории Каспийского моря, где находится группировка боевых кораблей. С обнаружением на удалении 20 километров условной морской цели принято решение произвести ее поражение ракетным комплексом корабля «Казахстан». «Казахстан» — это первый боевой корабль, построенный на отечественном предприятии оборонно-промышленного комплекса «Уральском заводе «Зенит». Корабль имеет современные системы вооружения, связи и навигации. Құрметті Қазақстан Республикасы, қарулы күштерінің жоғары бас қолбасшы мырза, құрметті отан қорғаушылар, Қазақстан зымырандық артиллерия кемесі қойылған жауынгерлік тапсырманы орындады. Ұрыс бағытына шығып, штаттық түсінде зымыранды ұрыс өткізді. Барлық нысаны жойылды. Әскери теңізшілердің атынан сізді және Қазақстан Республикасын барша азаматтарын осы отан қорғаушылар мерекесімен құттықтаймын. Қазақстан қарулы күштерінің тарихында тұңғыш рет өткізілген жауынгерлік парадтың соңында офицерлер, келісімшарт бойынша әскери қызметшілер және мерзімді қызметтегі сарбаздар бір сапта тұрып Қазақстан әнін орындауда. Thank you.
жолаушылар берекесі күні өздерің әскери білімдеріңді көрсетіп, тамаша өнер көрсеттіңдер. Бүгінгі шеру бүкіл қарулы күштеріміздің әр уақытта дайын екенін көрсетеді. Жаттығулардың нақты екені, білімдеріңнің жоғары екені, жаңа техниканы игерудегі жетістіктеріңді көрсетті. Бүгінгі жаттығуда, бүгінгі шеруде артиллеристер, бронетехника жұмыскерлері, ұшақ ұшқыштар, басқа да қарулы күштердің түрлері жаттығудың, өнердің, әскери өмірдің ең жоғарғы нәтижесін көрсетті. Осы дайындалып, бүгінгі шеруді бүкіл Қазақстан халқының алдында өткізгендеріңіз үшін қарулы күштердің жоғарғы қолбасшысы ретінде өз ризашылығымды айтып, рахметімді айтамын. Бүгінгі біздің көргеніміз, бүгінгі шеру бүкіл Қазақстан халқын, оның тыныштығы, шекарасы, тәуелсіздігі қарулы күштеріміздің қолында екені, әр күнде оны сақтауға дайын екендеріңізді көрсетеді. Бұл жаттығу, бұл шеру біздің жастарымызды отан қорғауға бағыштайды. Жас ұрпақ сіздер сияқты сарбаз болып елімізді қорғауға дайындайды. Әр біздің оқу орындарында, осылай қала, әскери қалашықтарда сіздердің жанұяларыңыздың барлығы көріп, осы жұмысқа қуанып отыр. Ешқандай мүлтіксіз, қатесіз бәрін орындадыңыздар. Сондықтан мен тағы да бір рет сіздерді бүгінгі мереке күнімен, отан қорғаушылық күнімен шын жүрегіммен құттықтаймын.